Yaklaşacak bakma. Verelim mi? Verelim. Всем привет, дорогие друзья. Привет. Я знаю, что вам очень, что вы очень любите смотреть видео из турецкой деревни, ну и, конечно же, из садов. И мы с вами приехали в настоящий сад, который находится недалеко от Алани в Инжекуме. Здесь растет все. Авокадо, бананы, миндаль, грецкий орех. В общем, очень-очень много всяких вкусных фруктов и овощей. И сейчас мы вам... И собачка есть здесь. Да, и собачка, собачка, которую вы видели, Иван. Ağzın suyu akıyor, yemiyor biliyor musun? Ağzın suyu akıyor. Bazen ağzın suyu akıyor. Ye. Друзья, сегодня мы находимся в гостях у нашего друга, приехали к его семье и, конечно же, хотим показать вам его сад. Это дом, в котором он родился, точнее, место, в котором он родился, недалеко от моря в Акуджаларе. И здесь их летний дом, они приезжают сюда на выходные, но живут, конечно же, в городе, поскольку работают в городе. Сейчас мы с вами пройдемся по саду. В этом саду растут различные фрукты и овощи, у них очень много различных животных, но все фрукты и овощи не на продажу, а только для личного потребления. И расскажу вам одну интересную историю. То, что никогда в жизни они не покупали масло, мясо, и мясо, масло, мясо и йогурт в магазине. А знаете почему? Потому что у них, все свое. Ну, сейчас вы все сами увидите. Здесь и животные, и куры, козы, собаки. В общем, очень-очень много всего интересного. Сад у нас начинается с апельсин. И здесь у нас есть индюки, куры. С индюками у меня была очень веселая история, когда они на меня практически напали недалеко от Алани. Здесь есть разные животные. Сейчас мы сходим. Это у нас растет. Растут оливки. Оливки уже закончились. Айхан, здесь Айхан, как дела? Кабак. Здесь растет кабачок. А здесь оп. Апельсины. Портокал? Это портокал, а это мандарин. Это апельсины еще зелененькие. А чуть дальше у нас здесь гранаты. Гранаты. Ой, они уже упали и раскололись даже. Гранаты самые. Баклажан, да. Вот они, гранаты. Вот это кабачок. И из этого кабачка делают десерт сладкое. А ты что кушаешь, печенюшки? Обержин, обержин. Гранаты. Вот так вот они растут. Мам, смотри, здесь очень много апельсин. И вот эти вот апельсины, особый сорт, их можно будет кушать в мае. А те, которые я вам показывала раньше, их можно будет есть уже через 2 недели. Он раздвоился. Где? Апельсин раздвоился? А, вот поспел уже. Ну, поспевает. Треснула кожура. А смотри, сколько здесь гранат. Хочешь сорвать один? А? Смотри, как они. Давай, срывай. Не надо, это вон там треснутые. Где? Здесь в саду растут персики, вот это персики, а дальше чуть дальше груши. А вот на этом дереве кечи бойнозу, такие длинные, продолговатые черные фрукты.
И чуть позже мы их попробуем, потому что сами никогда раньше не пробовали. Это частный сад одного из наших друзей. И здесь есть тоже собака. Собака. Зейтин, да. Это оливки. Мам, вот смотри, оливки черные. Да. Ну, я же тебе и говорила, что черные. Ага. Авокадо. Вот это дерево авокадо. И очень много индюков. Индюков и петушков. Все козы бегут за хозяином. Знают, кто хозяин, видите? Но людей не боятся. Я еще так близко с козами не ходила никогда, потому что у нас в деревне они боятся человека. А тут... Вот этот? Ну, это какая-то порода такая, очень необычная. На водопой, наверное. Следуем за козами. Очень много разных коз. Друзья, кто разбирается в козах, скажите, пожалуйста, что это за вот такой вот интересный козлик? А, он их, видите, кормит. Что вот это вот за порода такая интересная? Он их кормит насосом. Деньги тади. Кызы. Проблем var 2 tane. Всё. Коз накормили. А здесь есть очень красивое старое дерево. И посмотрите, какая сосна. Вот это дерево тоже плодоносит. Это дерево кечубойнозу. Вот такой вот фрукт. Bu meyve mi? Meyve, evet. Meyve ama bunu keçilere vereceğim ben şimdi. Çünkü dalı kurumuş. Orada daha iyisi var. Немножко şimdi высохли. Çiçek zamanı bak. Их отдадут козам. Şimdi bunlar çiçekleri. Они уже поспели, а вот так вот кечи буйнозу, вот так вот выглядит, когда спелый, а сейчас время цветения, и выглядит он вот таким вот образом, когда цветет. Моя гад. Здесь также есть дикий виноград. Ого! Вот так вот он цветет, а вот так вот он... Yiyebilirsiniz. Сорвали ветку огромную дикого винограда, и они все бегут, кто быстрее успеет. Hadi çek. Anita çek. Декатлёл, вот. Аллах слан. Держи. Такие ручные здесь козлики. Видите, какие ручные? На. На. На, кушай. На. Не хочешь больше? Дай ему проживать.
Такая борода у него, посмотри, смешная. Инжир остался последний. Это ага. Все, инжира Sorry, больше okay. нет. Сезон закончился, вот он последний инжир. Это ваш шанс, yoksa bitti. А здесь еще дерево с айвой. Айва это вообще зимний фрукт. Из него делают варенье и очень много разных вкусных десертов. Напишите в комментариях, кто любит айву. Ну а вот так вот она растет. А вот это вот мирт. Его тоже можно есть. Будешь? Что это? Мирт. А что это? Ну, он такой больше лечебный, но... Здесь растет шелковица, но опять не сезон. Время ближе к зиме, поэтому все высыхает. Здесь мандарины? Мандарины мы будем? А, здесь мандарины, которые поспели очень рано. Их можно кушать. Вот Айхан нам несет мандаринки. Вот такие вот здесь мандаринки. Вот. Прям можно с дерева срывать. Сезон начался мандарин. Очень много. Постепенно-постепенно они начинают поспевать. Вот это дерево, на котором растут грецкие орехи. Уже все собрали тоже, но ничего не осталось. А здесь растет гранат без косточек. Это гранаты без косточек. Гранат без косточек. Мам, как тебе грецкий орех? Свежий. Совсем другой, да? Вообще. А здесь растет хурма. Хурма, она не твердая, да? Ой, совсем мягкая. Ее сразу можно кушать. Слушайте. Так, девчонки фоткаются с хурмой. Вот это гранат без косточек. Чуть позже мы его вам покажем. Вот так вот растет хурма уже. Сезон хурмы начался, и та, которая поспела, ее уже собрали. А как же выглядит гранат без косточек? Вот это гранаты без косточек. Они немного светлее, чем обычные, но тоже очень вкусные. Так, идем дальше смотреть авокадо, мам. Следуй за всеми, идем смотреть авокадо. У авокадо, да, Ильми? Авокадо, авокадо. Так, а здесь у нас что? Авокадо. Пататес адам. Пататес йог был у бахчада. Авокадо и хурма. И кактусы. Конечно же, фрукты кактусов. Вот они. Вот они, фрукты кактусов. Тоже очень-очень вкусные. Сейчас гуси полетят. Здесь тоже козы, но чуть помоложе и... Uzaktan çekmen lazım, yoksa kaçıyorlar. Korkuyorlar, evet. Gel. Rrr, can. Lütfen ya. Gel. Gel. Bunun içinde А вот так вот выглядит сад. Сверху. А после вкусного обеда нам накрыли вот такой вот стол. Здесь есть гранат без косточек. Вот этот гранат без косточек. Это грецкие орехи из собственного сада. Ну и, конечно же, традиционный турецкий десерт из тыквы. Мам, что стоишь? Садись. Айхан. Сейчас будем пробовать гранаты.
А вот такой вот вид открывается с самого верху. Вот там вот мы с вами гуляли, там пасутся козы, гуси. И вот это вот сады. А с этой стороны также сады, в котором мы с вами были. Гранаты, авокадо. И вот там вот дальше гуси, козы, которых вы также видели. Вот такая вот красота. Из балкона видно море. На самом деле, друзья, это одно из самых нетронутых мест Алании. Как вы видите, здесь малоэтажные постройки, частные дома. И местные жители не допускают, чтобы здесь началось строительство высоких домов, а хотят, чтобы вот эта вот территория так и оставалась зеленой и вот такой вот, ну, можно сказать, деревенской. Поэтому очень-очень здесь красиво, воздух свежий. И есть такой феномен, что летом здесь не жарко, а зимой не холодно, потому что находится на равнине. Вот этот вот район находится на равнине. Ну и я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно приезжайте в Турцию и в Аланию. И как вы видите из наших видео, Турция, она вот такая вот разная, красивая и интересная. И не забывайте подписываться обязательно на мой Инстаграм. Там тоже очень много фотографий, разных советов и много полезной и интересной информации. Всем пока-пока!